Всем привет! Это видео про вот этот вот чудный сцинтилляционный детектор. Вот сама наша головка. Ну, собрано это чудо за 10 минут из ничего. Ну, собственно, работает. Это измерительная головка. Вынесено с какого-то завода, но это не важно. Сцинтиллятор вот под этой чудной фольгой ФО, ну, делитель, ну, а питается вот от этого хлама. Так, этот аккумулятор запитывает вот эти вот чудеса. Кстати, 561 ла 7. Она обрезает лишние импульсы. Ну, импульсов с ФЭО приходит много, они разные по амплитуде, но она их обрезает под импульсы одной амплитуды. Ну что, включим. Да, и вот этот вот чудо-резистор ограничивает выходное напряжение вот этого блока питания. Впрочем, ничего нового. Ну вот, это чудо запустилось. Чтобы услышать, что прилетает на ФЭУ, вот у нас динамик, вот послушайте. Ну, думаю, слышно. Щуп сейчас посажен как раз после микросхемки. Ну вот, мы можем видеть эти чудные импульсы. Ну, так мы их плохо видим. Так, сейчас я посажу щупик именно на NotFeo. Вот он. Мы посмотрим импульсы самого анода. Ну вот, щуп сейчас подключен к аноду ФЭУ, а минус, соответственно, к плюсу питания. Вот. Что же мы видим? А видим мы как раз-таки вот эти вот чудные импульсы. И они все разные по амплитуде. Что это значит? А значит, это то, что каждая частица, влетевшая в сцинтиллятор, имеет свою энергию. И вот эту энергию частицы мы можем вот как раз таки измерить. Ну, в принципе, все. Ничего тут нового нету. Вот сделаем так, чтобы было видно. Нет, все равно не видать. Ну вот, видно, что некоторые прям вот могут даже зашкалить. Это очень такие частицы вот, с очень большой энергией. Они, влетая в сцинтиллятор, выбивают много фотонов. Ну, стало быть, и анодный ток от этого влияет. Ой. Ну вот. Такие вот чудеса. Жаль, пока проверить, посветить нечем туда. У меня сгорел умножитель, и лампа добра ничего не излучает. Жаль. Кстати, вот эта чудная лампа. Кинотрон 2C2S. Может, видно кому? Я нет, не видно. Ну, суть у него какая? Если на него подать 50 киловольт, из него начинают вылетать чудные штуки, которые, ну, обладают очень большой энергией, так как идет зашкал вот этой вот всей штуки. Ну, вот такой вот он. Хороший кинотрон.
Ну, не суть. Ну, после подключения к вот этой вот говномикросхеме, вот. Кстати, вот этот кондёр, это, ну, это на динамик, это не важно. Вот, щупик. Все импульсы здесь срезаны, ну как, одной амплитуды. Это вот сделано как раз-таки для вот этого чуда, которое работает от частотомера, переводящий, как сказать, частоту в напряжение. Ну вот, собственно, оно и работает. Кстати, сейчас все это дело настроено так, что вот эта стрелочка как раз-таки находится, ну, как сказать, в режиме естественного фона. Ну вот, черная шкала как раз, она за нее не отклоняется практически. Ну, редко. Ну вот, еще можете послушать. Мы можем еще развертку сделать на такую, которая запускается именно от импульсов. И вот. Видим эти чудеса. Все прекрасно работает. Ну что ж, вот и все, в принципе. Вот этот частотомер, кстати, собран на К155АГ1, если что. Ну, все, всем пока.